В начале декабря спортсмен Воскресенской школы по фехтованию Егор Рожков в составе сборной команды России выступил в международном турнире «Европейский кадетский цикл» в Дании. Соперниками россиян стали шпажисты Швейцарии. У сборной России серебро. В Москве на третьем турнире на призы заслуженного мастера спорта России Александра Солдатовой. Шаг за шагом к мечте спортсменка отделения художественной гимнастики школы по борьбе самбо и дзюдо Ульяна Круглякова завоевала золото. Бариха Зуева на всероссийском юношеском и юниорском турнире по бадминтону. Воскресенские спортсмены привезли медали. У Екатерины Тарасовой золото и серебро, второе и третье место у Семена Лоботрясова. У Юлии Корновой серебро и бронза и третье место у Анастасии Тимошиной, Дарьи Масловой, Дмитрия Бнатова, Никиты Макарова. 9 декабря в спорткомплексе «Горняк» состоится открытый турнир «Олимпийские надежды» по тайскому боксу под патронажем Московской областной федерации тайского бокса. Начало в 12 часов.